Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 13 декабря 2020 года. Мы продолжаем утепляться, возим и возим материалы для утепления нашего дома и подготовки его к зиме. Не всего дома, а тех самых новых комнат, которые мы недавно построили и собираемся в которых зимовать в этом году. На улице минус 4, и наши малыши с удовольствием носятся по огороду. Идет какой-то такой, ну, что-то наподобие снежок падает. Не сказать, что прям уж мягкий, пушистый, но напоминает снег. Его почти даже не видно, не то что на камеру, а даже мне. Но ветра нет, и на улице, кстати, очень даже приятная погода. Чуть-чуть осталось папе нашему доколоть дровишки. И мы с запасом дров для топки нашего камина и печки. Для того, чтобы нам было тепло и хорошо. Вот такие уже запасы батареи натопили, накололи. Да, ребятки с нами на прогулку вышли с удовольствием. Проверяют, где тут что еще можно погрызть. Что тут можно проверить, чего папа тут не доделал. Надо помочь папе, да. С нами вышли малыши, которые находятся в продаже. Это вот этот красавчик лиловый триколор Атос Аристократ. Это вот этот мандариновый Бонни, который похож уже по окрасу на нашего Тони. А иногда, мне кажется, что уже даже становится ярче. Это красавчик Цериус, это малявочка Виконтик, совершенно крошечного размера. Посмотрите на Бонни и на Виконта. А это девочка Аурелия, она тоже в продаже. И Цериус, который вот тут папе активно помогает, тоже в продаже парень. 10 щенков чихуа находятся в продаже на сегодняшний день. Все привиты, чипированы, пройдены карантины, приучены к туалету дома на пеленочку. И, как вы видите, даже в минус 4 активно гуляют на улице. Гуляем мы недолго, поэтому я не одеваю на них никакую одежду. Но даже если бы я захотела одеть на них свитерочек, вы сами понимаете, что вот в такой вот активной игре, как проводят время наши собачки, ну, что бы сейчас было с этими одежками? Либо они не смогли бы играть вот так, как они любят играть, либо, собственно говоря, все бы одежки были сняты с них. Поэтому мы просто выходим несколько раз в день на минуток 5-6. Вот сколько хотят гулять собаки? Мне уже задавали неоднократно вопрос, как вы приучаете? Никак не приучаю. Открываю дверь, кто идет, тот идет, кто не идет, тот остается дома сидеть у печки. Собственно говоря, поэтому и не одеваю, никакого смысла в этом нет. Мы гуляем не больше, чем вот столько, сколько захотят собаки. Как только они начинают замерзать, они сами бегут к дому, двери открыты, они спокойно забегают на веранду, там тепло. Я, собственно, тоже не горю желанием гулять по, там, скажем так, минусу по улице в огороде. Вот. Поэтому им достаточно времени на то, чтобы вот сделать какие-то свои дела, пробежаться по огороду и сбросить свою энергию. Тызонька вон как крадется. Ей не очень-то даже нравится. Она идет, идет, идет. Она медленно идет. Она, как бы так скажем, земля замерзла. Ну, все равно ребята бегают. Я не могу сказать, что они не бегают. Вот, пожалуйста, все побежали. Вот, малышам просто тут вот интереснее в дровах суетиться, проверять, чем тут пахнет. А пахнет здесь очень вкусно, свежерубленные дровишки. А вот взрослые, пожалуйста, они не особенно-то тут бегают. Вон идет Зоон, аж хромает. Так что я сейчас Цезариончик, который находится в продаже. Вот красивые ребяточки разного возраста, все короткошерстные, ждут мамочек и папочек. Тесонька вон крадется. Я сейчас буду заканчивать это видео, потому что, ну, смысл мне морозить ножки ребяткам. Просто хотела показать то, что вот Виконтику все равно. Он помчался, ему весело, ему хорошо. Бонни, Атосу тоже. Ну, молодежь, это же, господи, боже мой. Вот взрослые, они сделали свои дела и бегут домой. А малявочки, они вот все-таки хотят еще побегать, поиграть, поноситься. Поэтому, когда основная часть наших вуарюшка, кошечка моя красавица, собачек уже нагулялась и хочет идти домой,
Кое-кто остается на прогулке, его еще и не поймать, и не загнать, еще и уговорить надо. Да, скажи, не все такие вот мерзляки, кто-то любит очень погулять. Минус 4, скажи, для нас не катастрофа. Ой, ой. Везде, везде собачки. И туда собачки побежали, и сюда собачки побежали. Ох, веселые гонки. Догонялки. Герцог гоняет Бонни. Это не снег, это какой-то наст. Я иду, у меня прям все хрустит под ногами. Да, кто-то замерзает, а кому-то, скажи, все нипочем. А кому-то надо бегать, играть, носиться. Вон герцог шоколадный, как гоняет Бонни. Выбегаться молодежи надо. Взрослые собачки уже поспокойнее, они уже пришли, сделали свои делишки. И спокойненько греются у печки. А вот молодежь, она, видите, вся активная. И хочется поноситься, побеситься. Поэтому в день мы так можем выйти, ну, сколько захотим, скажем так. Дорогие друзья, у меня вот до сих пор нет форматирована или формирована, как это правильно говорится, карта памяти на видеокамере. Откровенно говоря, просто некогда этим заниматься. И поэтому я снимаю коротенькие видео, но в принципе вся наша жизнь сейчас вот состоит из таких вот коротеньких прогулочек дневных с детишками постарше. И, скажем, занимаемся своими делами дома. Что можно сделать еще? Погода шикарная, красотища, воздух, прелесть, тишина, покой. Ну, просто наслаждаемся тишиной, покоем, воздухом, свободой, природой. Ну, классно, ребята, это классно на самом деле. Вот-вот-вот, все прибежали, а калиточку папа закрыл. А вот никак не выйти вам, да. Как только появится немножечко времени свободного, обязательно сделаем индивидуальные подробные видео всех деток на продажу, как делали. Собственно, не так уж и давно это было, и поэтому в плейлистах есть индивидуальные видео всех щенков на продажу, где указан вес, рост и все подробности о каждом щеночке, который находится в продаже. На этом, дорогие друзья, всем пока-пока. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам!